Сейчас 2017 год. И кажется, что все ждут большой войны. Это вся наша жизнь, она разрушает мир, но вот здесь смотри. Но во все времена были, да и есть люди, которых когда-то называли людьми лишними. Ученые выяснили, что некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к сложному взгляду на действительность. Приходи, пожалуйста. Я ведь никому не снюсь, кроме тебя. Меня никто не помнит. Но ведь как-то так устроено, здрасте, что ничего в мире без этих лишних людей не происходит. Магия! Это повесть о них и еще об одном недостроенном доме, вокруг которого оказались разбросаны судьбы героев. 200 лет тому назад вы называли меня Барин и пели бы Битлз с утра. Небо сегодня над городом странное, электрическое.